о наших встречах и о наших организациях в Ярославской области знала вся Россия. С этим вопросом я уже подходил к Юрию Бойко, Максиму Цветкову, к Илье Осипову и к Александру Грибу, а также написал письмо президенту в начале этого месяца и получил ответ, что оно находится в приемной правительства Ярославской области. Может быть, вы подскажете мне еще, как и кому мне подойти, чтобы этот проект обрел жизнь. Слово говоря, все люди, к которым я подходил, мне оказали содействие. И я думаю, что если мы объединим усилия и найдем новые возможности, мы реализуем этот проект в 2016 году. Спасибо. Спасибо, Данил. Я не знаю, как. Я первый раз никогда не был против. Я всегда за то, чтобы молодые, активные, хорошо поставили голосом, делали доброе дело. Но одно замечание – ответственность. Во-первых, 7 раз ответил, потом скажи. Второе, за счет быстро. Ну, у меня несколько другое к этому отношение. Я всегда беспокоюсь о качестве материала ваших брюк. Вот здесь вы тоже смотрите, и есть у меня такая моя правда. Я стараюсь, что касается политики, особенно экономической политики, вести дело так, чтобы у нас не было взлетов излишних и сюрпризов. Сюрпризы, когда вы пикируете мысль. Устойчиво, последовательно, извините, хорошим заведением. Это нормально, течение событий уже более важно. Но что касается блогеров, они готовы дать комментарии по любой теме. Я просил бы просто, чтобы комментарии были сильно профессиональными. А так, пожалуйста, дискуссия есть, она может быть поддержана вашими коллегами, которые здесь присутствуют, другими. Никто не запрещает, не скажет, что вы мнение. Вот корректность и ответственность. Thank you.